Сможешь попробовать? Нет, напортачил. Нет, не могу. На работу. Почему? Ну, попробуй пропуск. А что не так? Там фотка пениса какого-то и написано Андрей Членостоногий. Что, не подходит? Не подходит. Можешь поправить, а? Да ладно, прикольно. Ничего прикольного. Можешь поправить, а? Не буду я поправить. Ну поправь, а? Не буду. Почему? Не хочу. Что сделать? Поправь пропуск, а? Танцуй. Чё? Зажигательно. И чё, поправишь? Только честно. Да? Мах, я танцую, ты поправляешь, да? Допустим. Точно, да? Имя любимое мое. У меня нет такой песни. Что здесь происходит? Это был маленький скетчик, знакомство. И что, здесь вопросы, на них отвечать, да? Сигну. Hello, О, привет, Казахстан. Привет, ребята, привет, привет. Всем привет, ребята. Если можете, поделитесь ссылкой с вашими друзьями, родственниками, другими людьми неизвестными. С собакой, кошкой. Мы будем очень рады. Да. Блин, столько людей, смотри, из разных городов. Ого. Реально ТНТ смотрят везде. По всей России. Да. Какой фильм посоветуешь посмотреть? ЧОП, второй сезон. Смотрите все. Мы бандиты, да. Как изменилась ваша жизнь после съемок? Я стал лучше. А ты? Я тоже стала лучше. Я же всегда подтягиваюсь за тобой. Что ты повторяешь? Привет из Краснодара, привет из Одинцова. Столько привет. Если рука устанет, можно просто себе его поставить. Да у меня вроде не рука. Давай пересядем на этот. Да, на бренди. О, давай. Ребятки, одна секунда, мы пересаживаемся. Из Австралии привет, прикинь. Это козырный привет. Сейчас мы поставим, чтобы все было удобно. Танюшка золото. Да. А ну-ка, двигай. Череповец, привет. В общем, мы здесь собрались, чтобы вам рассказать, что ну, у нас второй сезон стартует ЧОПа 6 июня 20:30 на ТНТ. Вот. Вы можете позадавать нам вопросы, можете поделиться этой ссылкой с, как я уже сказал, с людьми. Вот, чтобы было. Ребята, тут много вопросов по поводу Сигны. Вы можете просто писать свою просьбу в комментариях в инсте любому актеру из нашего сериала, и они вам сделают. Вы просто можете попросить ее в комментариях. Привет, да, это я, айтишница Маша. Очень много привет. Калининград. Как у вас дела? Что вы творите? Что делаете? Все вот эти сотни человек. Не каждый сейчас расскажет. Я там как? А я нет, а я писи. Пожалуйста, на листочке написать. О, на листочке что-то просит написать. Ребятки, вы можете просто в аккаунте попросить в комментарии, и мы вам сделаем. У Артура жена, он женат, и у него ребенок. Да тихо ты. Скоро будет еще ребенок. Вот по поводу... Я не снималась в «Сладкой жизни», а играю айтишницу Машу в сериале «ЧОП». Скоро буду еще играть в «Чернобыль». Привет из Грозного. Hello. Мы очень рады, что вы смотрите «ЧОП». Ой, тут матом ругаются немножко. Круто вообще. Нет, все нормально, да. Ребят, ну, в общем, по поводу нового сезона. Все будет гораздо более масштабно. Вы профессиональная актриса? Да, я профессиональная актриса, но про него все знаете. Профессиональная актриса. И очень много будет у нас...
любовных линий. То есть те, кто думали, что айтишница Маша останется одна и так и будет прозябать в одиночестве, это все, в общем, будет не так. Да. Про Чернобыль мы не знаем. Мы знаем про, значит, ЧОП, и он выходит 6 июня в 20:30, вы можете начинать смотреть. Это был самый часто задаваемый вопрос во всех магазинах. Ну когда же второй сезон? И мы очень рады вам сказать, что 6 июня наконец-то... Поржем. Наконец-то поржем. Да. Как говорит Артур. И про песню спрашивают, тут, которая была в 16 серии, да, последняя. Мы ее записали в акустике, скоро выложим. Вот. Серии 16. Ребята, по поводу Сигны, все в комменты в Инстаграме. Лев Борисович рулит, мы ему передадим. Ребята, спасибо большое за ваши комментарии к персонажу. Крыму тоже привет. Сдыхать мы не собираемся. Лев Борисович, нет, нет, это не он. Ой, как интересно. Очень много вопросов. Татуировки новые делал, да. И буду делать. Хочется... забиться почти весь, но вот больновато. Давай поставим. Чек. Что будет нового? Нового будет это... Порно только не будет. Все будет, кроме порно. И то нельзя сказать, потому что порно все-таки будет присутствовать. Да, может, на монтаже добавят. Посмотрим. Нет, вот у меня были парочка сцен. Вот. Имеется в виду, что... Отношения, как вы знаете, они же не платонические, они переходят иногда в сторону чего-то физического. Поэтому вы сможете этим насладиться. Ну, я надеюсь насладиться, не знаю. Вы вместе? Да, это Маша, это я. Мы не вместе. Да вместе, что? Да, вместе. Ну, сейчас мы вместе. Вот. У тебя футболка классная. Да, айтишница Маша, я даже написала, потому что есть некоторые проблемы с узнаванием меня в реальной жизни, потому что, ну, отличается персонаж, и я очень рада, что... Подожди, а может это про мою футболку? Нет, не про твою, про мою. Как называется Инстаграм? Инстаграм. Вы можете просто по имени и фамилии зайти и найти. Спрашивают, новые проекты на ТНТ будут? Конечно, будут. Каждый год, каждый месяц что-то новенькое выходит. Да, с ребятами из шоу «Танцы» встречаемся на презентациях. Очень классные ребята. Вообще, мы их фанаты. Да? Да. Да, да. Клетка делится, да. Какая есть. Ой, у тебя что-то это... Айтишница, быстрее. Компьютер что-то это прохлит. А, он же сенсорный. А, с кандидат пока непонятно. Давай, подожди, пока. Мы записали несколько акустических песен с кандидат. И в скором времени должны их выложить. Вот, репетировали, записывались. Но пока сейчас на паузе. Яна Кошкина в сериале будет. Конечно, будет. Будет вся. Выйдет 6 июня в 20. Так, чек. Мы из сериала ЧОП. У меня на футболке написано «Айтишница Маша», у Артура, не знаю, что написано, опять какая-то фигня. Не по-русски что-то, да. Передайте. Могла бы я встречаться с ним медийным человеком. Но вы так говорите, как будто медийный человек – это какое-то заболевание. Или вернее, что не медийный человек – это как будто он чем-то болен. Нет, я даже скорее как склонна к немедийному человеку. Вот, я сейчас в поиске. У тебя пар нет, да? Сейчас нет. А, ничего. Спрашивают, у тебя Викей есть? Викей же есть у тебя? Да, я недавно завела Викей. Никто не верит, что это я, потому что никто не верит, что можно было так недавно завести его. Это благодаря пиарщику нашему ТНТ я его завела. Так, будет ли моя заставка почувствовать нашу любовь? Да, будет, конечно, где-то через года два, наверное. Третий сезон будет или нет? Да, мы надеемся, что будет. И есть высокая вероятность, что да. Но пока ничего не понятно. Будет известно, я думаю, в середине лета, может, в конце. Вот. Как будет называться сериал? ЧОП. Примерно так, пока рабочее название. Ешь, охраняй, люби. Какие у вас высокие рейтинги? А я даже не знаю. У нас высокие? Если бы у нас, ребята, были низкие рейтинги, сериал ЧОП, то... Че? Заблочено уже это все.
то как бы второго сезона уже не было бы. В Инстаграме спрашивают, ты как? Татьяна Офишел? Татьяна Рубинец Офишел. Вы просто можете набрать Татьяна Рубинец, и слава богу, у меня не так много однофамильцев. Да. А я просто Сэм Никель, если интересно. По-русски. Омск, привет. Так. Что ответить? Чувак хочет вдуть что-то. Что-то подуть хочет? Да. Хочет, наверное, кальян, да? Походу, да, на что же еще можно? Скажите, как сериал вообще улет, просто огонь, огнище. Капюшончик, что такое капюшончик? Это, не буду озвучивать женской физиологии. Скажите, почувствуй наш... Простите, ну это же вырежется, да? Мы начали снимать, в каком месте мы начали снимать? В том самом, да. Ну, у нас съемки длились около 4 месяцев. Даже, ребята, мы так хотим сделать для вас шикарный результат, что вот недавно, 2 недели назад, мы решили одну сцену подснять и еще там кое-что доделать, чтобы результат для вас был еще лучше. Тебя любят, прикинь. Да, я вас тоже люблю. О, это же у меня в Инстаграм есть. Я узнала по фотке. Нет, мы не чпокались ни разу. Да? Артур постоянно мне отказывает. Я ему предлагаю, а ну как бы ничего не происходит. На каждой презентации я ему предлагаю, на каждой презентации ЧНТ, но он не отказывает постоянно. Нет, я не замужем. Вот. Сейчас я свободна. Давайте, чуваки, да. Я заодно сейчас устрою свою личную жизнь, почему бы нет, да? Да, на листочке Инстаграм можно написать, чтобы подписывать. Понятно. Как определяется рейтинг у сериалов? Есть формула. Я ее не знаю, но она есть. После этого сезона будет еще сезон? Ой, хоть спасибо не спасибо большое. ЧОП – это значит частное охранное предприятие. Да, сериал про охранников. И не только про охранников, про девчонок еще. Ну, про ЗКД мы не знаем. Осенью. Осенью нам подсказывают. Говорят, что я мужик из экстрасенсов. Мак ли я? Походу, да. Слушай, а Артур очень крутой в жизни. Блин, реально походу. Реально походу ты крутой в жизни. Раз люди говорят. В Хабаровск приедем с удовольствием. Везде приедем, куда пригласите. Показать тату. Вот тату. Я делаю космос вот здесь. Новые татуировки, свеженькие пока. Вот забиваю, короче, рукав. А вот здесь у меня летний рукав. Здесь у меня Краснодар. У тебя есть татушки? У меня нет. А та на пояснице? Нет. Я рисовала просто, чтобы тебе было приятно со мной работать. Так, Корячмя. Что такое? Не знаю. Мы очень надеемся, что будут еще сезоны, но на самом деле это, ребят, зависит от вас. Будут ли еще сезоны. Мы очень старались, вот, если вы будете смотреть. Потому что, ну, все определяется зрительской любовью. Если вам понравится, третий сезон будет. Мы, конечно же, очень старались. А если очень понравится, то и четвертый будет? Нет, Ясулович не строгий, это мой мастер. Он потрясающий. Какой у меня размер чего? Нет, ну, ребят. Так он спрашивает вверх, наверное. Низ 44, вверх 42. Ну, актер, да, у нас будут новые лица во втором сезоне, очень интересные, типажные, вот, и смешные в то же время. Вот так соединение. Я из Сергиево-Посадского района, а ты откуда? Я сейчас обитаю в Красногорске, Павшинская. Не-не-не, изначально я из Сергиево-Посадского района. А я в Москве родился. Так случилось. Вы пригласили дальше? Когда пригласили дальше? Ну, я снимаюсь в других фильмах, работаю в театре. Ну, Артур блогер. Если что-то 15 минут есть, вы можете. Мы очень добрые, прикинь. Угу. Так. А Янка же была, да, уже? У нас, да, Янка уже была. В перископе. Пропустили вы Янку с большими. Все. А теперь мы. Да? Эх. Так. У вас в сериале есть девушка с сиськами. Да, у нас их несколько, кстати. У нас нет парней только с сиськами.
Буду ли я на GitFest? Нет, на GitFest, к сожалению, не поеду. Я же не блогер. Нет. А кто ты? Не знаю, пока не определился. Ребята, порно-сайт – это как бы другое место. Артур, у вас есть дети? У нас в Станке пока нет детей. А Артур, да, женат. Да. Волгоград, привет. Нет, мы не вместе. Мы не вместе. Ой, Охи, привет. О, одни привет вообще. Парни, не парни, это, если можете, поделитесь ссылочкой это с своими друзьями. Да, сезон я лично пересматриваю. Во-первых, я люблю смотреть свою работу. Шутка. Ну, я смотрю, что поправить, что сделать. Эта телка очень... Не, она реально умная. Очень умная. Она реально Нобелевский лауреат. Ты спрашиваешь про хэштег. Айтишница Маша хэштег. Да, я из экстрасенсов. Я выиграл, по-моему, 4-ю битву. И я нашел все могилы и открыл все багажники с людьми. Это я, да. Вот это хорошие люди, они делятся трансляцией. Да, вот вы хорошие люди, вы делитесь трансляциями. Да, это я, Маша, привет. Всем хеллоу, кто к нам присоединился. А где снималась вот эта девочка? Отвечай. Каривая, это красивая, да? Да. Он Руслан, прикинь. Привет, Руслан. Вообще улет. А, сигны. Сигны хотят. Зачем они нужны вам, эти сигны? Лучше приглашайте народ сюда побольше, побольше. И вот так вот, и кляться типа по мониторчику, чтобы это сердечко вот так вот. Влада Кадони, да. Так приятно вообще. Очень много. Так, вы в ЧОПе снимались? Да, мы в ЧОПе снимались. Я айтишница Маша, это Андрей. Привет. Ну, тебя можно узнать. Закрыты показы ЧОПа, только будет по городам. Но вы уже скоро, ребят, все увидите. Да, я Кадони. Нет, ты не Кадони. Я Кадони, тихо. Льва Борисовича нет в Инстаграме. Да, мы в Москве. Сериал выходит 6 июня в 20:30. Да, Артур Луций, я с вами абсолютно согласна. Ну, один из, ну, походу. Ты человек? Да, я человек. Тебе спрашиваю. Привет, понятно. Привет, Кадони, привет. Нет, он не Кадони, не Сташевский. И Сташевский тоже. У меня это... Когда Бузова выгонят, не знаю. Зачем его гонять, хорошая девушка? Ты та девочка в клетке. Я не в клетке, да, я девочка, та девушка. Руслан, салам. Салам. Елдони, ну, следующий сезон. О чем будет следующий сезон? Давай рассказывай. Там будет о еде, о любви и о охране. Да, вроде? Да. Все как в слогане. Ну, если в первом сезоне охранники больше у нас такие были на отдыхе, то во втором сезоне им реально придется побороться за тот образ жизни, который они хотят вести, за свою любовь. То есть придется... Я даже не могу, там такое пишут. Что пишут? То, что ты классно пишешь. Вот это вопрос, да? Большими буквами. Таня, тебя не узнать. Это все, это маски. Почему в сериале ЧОП я играю айтишницу? На самом деле очень крутая роль. Вот тут все спрашивают про сиськи, а я вам отвечу. Что вот особенно мне нравится эта роль тем, что в ней сделан акцент не на внешность девушки, как у нас обычно принято в социуме, что женщин судят по, грубо говоря, тому, как она выглядит, по мясу. А то, что реально интересно, какая она личность и что она из себя представляет. И акцент сделан на том, какой она человек. Вот. Такую речь я толкнула. Ты в Байкале купалась, спрашиваешь? Нет, не купалась. Я очень хочу поехать туда. Нет, я не Мишиной сладкой жизни. Мы очень похожи с Дашей Белоусовой. Вот, но я не Мишиной сладкой жизни. Да, похожа? Да, она тоже рыженькая. Все рыженькие похожи. Так, помню, да, что это? Доширак помнит из первой части. Это было классно. И очень вкусно, особенно с майонезом. Ребята, спасибо вам тоже, успехов. Кто вы, бля, такие? Мы актеры сериала ЧОП. Татьяна Рыбинец и Артур Гальченко. У вас есть мозги? Кто вы? Да. Нет. Веган?
Какие сериалы смотрите вы? Я очень люблю «Сладкую жизнь», я очень люблю «Остров». А, да, сейчас, сейчас. Тут столько классных вопросов и столько... Смотрите, если у вас есть времени. Да, мы посидели. Да? Разочку спасибо, да. Да, кухня вот мне очень тоже нравится. Ребят, делитесь со своими друзьями, мы со всеми будем общаться, отвечать на вопросы. Мы еще, вот нам еще оставили время, мы еще тут, значит, сидим. Физрук, Чернобыль. Чернобыль будет, не знаю, когда. Любите вы сериалы, да? Ой, у нас, смотри, у нас батарейка кончается. Ну, я не везде снимаюсь, как бы, те сериалы, которые я люблю. Да мне кажется, я, кстати, пробовалась на роль, вот то, что, ну, гопница из провинции, я пробовалась на эту роль. Как попасть на ТНТ? Ну, в данном случае прийти на пробы. Спасибо, ребят, что вы любите ЧОП. Озабоченный прикольный сериал. Да, кстати, я посмотрел. Да, хороший. Вчера не посмотрел серию, но вообще прикольно. С кроликом особенно классная тема. Когда начало? Начало 6 июня в 20:30 на ТНТ. Как вы относитесь группе к группе Серебро? Хорошо, хорошая группа. Как ребят, Сигну вы можете попросить в комментариях в Инстаграме. У меня Татьяна Рыбинец через «ы», у тебя Сэм Никель. ЗКД вот нам говорят, что осенью. Видеоблоги, я думаю, будут. Наверное, будут, да. У меня просто комп сломался. И, ну, не сломался, но сломался, короче. Но я очень... Куда прийти на кастинг? Места конкретного нет. Если вы актер, вас вызывают. Надо, наверное, в какое-то агентство приходить. Надо в агентство, да, актерское. Кто такой Фирамир? Не знаю. На что снимаете? Буду вас смотреть, вы смешные. Спасибо. Майнкрафт. Артур в Инстаграме Сэм Никель. По-английски. Когда же будет? 6 июня в 8:30. Эти сидят, эти, как его? Ребята, делитесь со своими друзьями. Больше интересных вопросов, больше интересных ответов. Ух ты, ты накрашена? Я нет, я не накрашена. У меня накрашены ресницы, да. Вы кто? А ты? Да, я играла Золушку в театре Рамт. Да? А если нет таланта, что делать? Ну, на самом деле, зачем тогда? Нужно заниматься тем, к чему есть талант. Зачем делать то, к чему нет таланта? Меня в Волоколамск бухать приглашают. Все, я поехал. Надо заканчивать. Да, я есть ВКонтакте, Татьяна Рубинец. Спасибо большое. Мы сейчас в офисе ТНТ в Москве. Спасатели Ростовской области, привет. Талант есть у каждого, просто к разному. На футболке написано хэштег «Айтишница Маша». Ну ничего, вы потом можете в интернете посмотреть, все серии будут выложены. Сценаристы будут появляться в эпизодах? У нас они снимались как полицейские? Не, не будут. В этом нет, к сожалению. Полезный совет, наслаждайтесь жизнью. Привет из Санкт-Петербурга, привет, Питер. Мы фанаты Дениса из «Хлеба». Мы тоже его фанаты. Он классный. Да. Да, ребята, приглашайте своих друзей. Мы... Я, кстати, был в Казахстане. В Усть-Каменогорске, но очень давно. Да, наши сценаристы лучшие, это правда. У меня образование в ГИК, мастерская Силовича, 2002-2006. Полицейский с Рублевки, не знаем. Мы с удовольствием ответим на вопросы по ЧОПу. Привет. 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 Самое популярное слово, да? Привет. Неудачные дубли. У нас нет таких. Все только удачные. Да? Ну, первые 6 неудачные, а остальные 2 норм. Что нас ожидает в ЧОП? Ребята, у них вот этот кризис пройдется по всем охранникам, им придется реально шевелиться. То есть, если они так первым почивали на лаврах, то потом им реально придется шевелиться, бороться за свою любовь, как и за свою работу. И это реально круто, я считаю. Интересно, будет ЧОП финал. Я считаю. Дагестан, привет, Омск, привет. А в Москве, кстати, сегодня жарко. Класс. Ребята, будет ли еще сезон, это зависит от вас. Если вам понравится, то третий сезон будет, но вроде его начали писать. Мы в офисе ТНТ в Москве.
Сколько у тебя зарплата? Нет, галочки в ВК у меня пока нет. У меня зарплата, хотелось бы больше. Краснодар, привет. Самбурскую, да, да, да. Спасибо большое. Нет, Дениса рядом, к сожалению, нет. Шевченко не знаем. Сколько будет серий? 16 серий. Кто ваш кумир? Кто он, кумир? О, я Артура очень люблю. А я тоже себя. А он меня любит. Но он просто боится признаваться в этом. Если есть талант, что делать, развивать его. ВК Татьяна Рубинец. 16 серий. Привет, привет. Вообще. Только извините, меня сейчас смотреть, чтоб. Респект. Респект. Ты красивая, безумная, или это мне? Поступать на актрису, на актера. Ну, есть пятерка в ГИК, Щепка, МХАТ, Щука, еще какой-то один я забыла. Вы можете всех попробовать и найти свое место. В этой жизни. Ну, реально, потому что нужен свой мастер, нужно найти реально своих людей, потому что даже какой-то очень хороший курс вам может это не подходить. Мне 31, а тебе? Ты глазастенькая, ты что? Ты замужем? Я, ребят, ушла из ТЮЗа уже год. Вот, но я, скоро у меня будет антреприза, и я всех приглашу в Инстаграме. У меня есть актерское образование, да, в ГИК мастерская Силовича. Спасибо. У Артура нет актерского образования. Да. Я всегда очень люблю это говорить, у Артура нет актерского. Образования нет, но вы там держитесь. Лев Борисович уже был в Перископе, вы, наверное, можете посмотреть, да, запись? Да, Раменская, привет, привет, Раменская. Мы уже передали привет спасателям Ростовской области. Могу спасателям смотреть привет. Спасибо и вам, ребят. И мне очень важно, что вы оцениваете мою работу. Наверное, вы пишете сейчас про Артура, но про меня тут тоже было. И я очень это рада. Да, Артур через постель попал по-любому. Да, я проснулся и пошел на. Причем он переспал с ребятами из хлеба. Точно. Как ты попал без образования, отвечай. Сочи, привет! Я сейчас там снимаюсь в сериале «Месть» для Первого канала. Ну, я вам расскажу. Артур начал снимать на свою видеокамеру еще с детства, с подросткового возраста. Он записывал всякие разные скетчи. И потом у них был в интернете сериал «Полицейские будни». То есть он как бы вот самостоятельно так, как сказать, получал опыт. Ты будешь моим биографом. Ты уже все обо мне знаешь. Не устали еще? Не, мы не устали. Ну, прекрасно. Ты. Привет. Из Казахстана так много. И это все один чувак пишет. Казахстан, привет. Да, мне тоже очень нравятся «Полицейские будни». Вот я когда узнала, что Артур вот там снимался, я села, начала смотреть. Я думаю, что Сережка Лазарев наш лучший был на Евровидении. Mm-hmm. Вот. Мне «Испания», кстати, понравился. На футболке написано «Айтишница Маша». Специально заказала футболочку для сегодняшнего мероприятия. В Украине есть ваш сел? Не знаю. Воронеж, привет. Вы на работе шутили про группу «Хлеб»? Ну, ребята, сценаристы, они очень веселые. Мы с ними шутим на любые темы. Но вот конкретно про «Хлеб» я не шутила, я не решилась. Таня, смотришь «Холостяка»? Я смотрела два выпуска. Мне так, ну, как сказать, странно. А Алла классная, да? Ну, я думаю, что, ну, все-таки в природе как-то мужчины борются, показывают свои сильные стороны, что они достойные самцы. Ну, как вы понимаете, немножко, мне кажется, это как-то перевернуто. Ну, это странно для меня. Чё, пацан грустит, сидит? Не знаю, что ты грустишь-то. Я не пацан. Ты не пацан? Я тебя не понимаю. Ребята, приглашайте своих друзей, мы ответим на все ваши вопросы. Вот мы тут приехали,
с Артуром. У нас есть время. Мы подпишем все ваши сети. Мы передадим приветы во все города. С коллегами, да, мы очень дружим все между собой, актеры ЧОПа. У нас есть группа в WhatsApp, это просто готовые диалоги для сериала ЧОП. Сериал фигня. И хорошо, мы извиняем. Мы ходим на всякие презентации, мы реально всегда очень рады видеть друг друга. Если кого-то нет, мы прямо это чувствуем, мы всегда вот рады, когда мы все вместе. Ух ты, какая ты красивая. Ну да, я такая. Дай ему минуту славы. Пусть говорит. Да мне так нравится читать, я не успеваю просто столько вопросов. На вас режиссер орет? Нет, у нас на съемочной площадке просто рай какой-то. Ну, ребят, серьезно, у нас все любят друг друга. И мы вот это по-настоящему кайфуем. И, может быть, поэтому вот мне нравится результат. Всех добавлю в ВК. Спасибо. Ну, не знаю, если бы Россия выиграла на Евровидении, все-таки это финансовые эти самые затраты, а Сережка Лазарев, мы и так знаем, что лучший. Вы любите единорогов? Да, это мое любимое животное. А мое морская корова. Такого не существует. Да, она просто уже вымерла. А единороги существуют? Да. Морская корова, это у нее такое большое тело. Так и не существует, что ты выдумываешь? Подожди, они раньше были, они вымерли, а единорогов вообще не существовало. В семьях не ревнуют? Нет, вот мы все общаемся, знакомы с женой Филой Артура, мы все очень дружим. Я знаю английский, русский, вот. Я знаю клингонский. Угу. Да, я смотрю танцы, и это одна из моих, наверное, моя самая любимая передача. Да, я опять буду программистом в сериале, конечно, это же моя роль, я ее играю. Приглашайте своих друзей, ребята, мы Татьяна по ВП вычислили в офисе уже. Мы ответим на все ваши вопросы. За кого я болею? Я болею за... Я очень люблю Юлианну Бухольц, Анну Тихую, Виталика Савченко, Ильшата. Вот жалко, что он больше не в танцах. Вот, мои любимые участники. Так я люблю всех ребят, но вот эти четверо по-настоящему. Причем я не видела танцы, мы их увидели на презентации ТНТ вживую, и тогда я просто влюбилась в них. Зайка. Батрутдинова не будет в новом сезоне. Казахстан, привет. Ребят, ну нам говорят, что мы должны закругляться. По поводу сигны и там общения мы можем продолжить там в наших инстаграмах, где-то, где угодно. И в группе ЧОП, ВКонтакте, в группе ЧОП под постом будет ссылка на эту группу. И мы очень хотим, чтобы вы посмотрели 6 июня в 8:30 нас. Мы очень старались, ребят. Да, смотрите, обоссытесь. Будет классно. Всем пока, ребятки. И побольше лайков. Печатайте, печатайте, пока отключится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.